Всем привет, ребята, это я, Самвел. Ребята, мы сегодня будем смотреть Скибиди Туалет 73, часть 2. Да, ребят, мы будем смотреть, но перед началом не забудьте поставить лайк и подписываться на мой канал. Ребят, идем. Так. Просто мы видели часть 5. Опа, Спикермен, да. Вот это камерами. Зачем так удивился, Джумен? О. Он говорит, дураки, вы зачем? Он говорит, дураки, вы не знаете, как вы будете вам больно, не знаю как. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, о, хорош! Ну, смотрите, как он заляет меня. О, я это знаю, он в прошлый раз так сделал, и Астраскибидис сам убил. Вы не хотите сказать, что вот это только что? Это сейчас он будет с антибобить, понимаете, это? Ой. Ладно, я, если что, тебе в моменте это на лайк поставлю. Ой, простите, тебе в моменте это на лайк поставлю, чтобы его не хотели. Ой, не знаю, ёк-макалёк. Оп, 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 идёт, идёт Спикермен. Дальше будет его больно. О, камерамен. Смотрите, камерамен улучшенным. Смотрите, он даже легко отдаляет. Какой малюнчик он. О, здоровяк, давай дерёмся. О, нет, кажется, минус сердечко. А, нет, он да хоть 100 раз в моменте Тана упи, но он еще жив, ё-моё. Давай. Лови аптечку. Ребят, это мое любимое место, как вот так делает камерамен, он старый писёт, и вот так делает, как это был фейковый чумен, вот так он уходил, вот так смыть его, он вот так видел, вот так. Вот так он сделал и так убил вот с этим крота. Он сейчас делает. Зачем он здесь? Спикермен там. Опа. Ну как реально, как легкий, как сказать, легкий. Да, легкая, его так выбросишь. На. Нет! Что? Ребят, вы смотрите, о, Спикермен Титана заразили, ребят, я это знаю, я по последним эпизодах сейчас камерамен Титан, сейчас его спас, о нет, хотя это будет больно, не хочу, что он был заражен, хоть Спикермен Титан. Да-да-да, спас. Я желаю его удачи, потому что последний эпизод, уже старый эпизод, камерамену мне было нелегко его спасать от паразита Скибидиста. А это вонючий Джимен вот так обрадовался. Ура, он будет без защит. Ага, вот еще. Ты еще на себя смотри, камерамен. Сейчас будет. Принките, вот такой, смотрите, он взял вот такие, на тебе. Пусть, я здесь бы не знал, как сделал. О, жарим Джумену. Я жарим, что есть Джумену, да-да-да. О, ребят, я знаю, это было 72 эпизода. Ох, 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 давай бей его, на ком. О, нет. Это стрелял, ребята, это был телепорт? Или что, ребята? Был телепорт. Кажется, Скибиди ученый
перед смертью вот так доски видеть, чтобы телепортироваться, и вот так, прямо из камерамена. Ребята, я это знаю, кто это, камерамен, его руки сломался, ё-моё. Опа. А не, я вспомнил, 73. Или нет, а она. Ё-моё. Ай. Как больно. Что он делает? Ай. Да, и, ребят, зачем он кровь не идёт? Она меня получает. О, ребят, я еще ничего не видел. Я даже видел, как Спикермен дрался. Я сразу вспомнил, что он был заражен. А сейчас мне интересно. Кажется, ты в моменте там заражен. О, спасибо. Да. Да-да, нет, ё-моё. На, ха-ха-ха. Да ё-моё, ребят, вы лучше не слышите. Я не буду это слышать. Вот так. Ребята, кажется, бабка Гренни, но это дедушка, как ребята слагают. Сидишь со мной, то запишите комментарий. Смотрите его лицо, типа Мэнди Тана уже. Дай бах. Бывает, иди за мной. Ах ты тупица! Мне очень легко любить его. О нет. О нет. О, ребят, смотрите. Ой. Нет. О моё. Ребят, смотрите, кто? Я помнил, это ящиком был улучшенным. Чтобы легко удаляться, ребят. Ну, да. Опа. И, ребят, я тоже сейчас те как с его Мендитон. Когда я был игрок с его Мендитон. О, ребят. Удалить файлы. Ладно, ребята, не забудьте поставить лайки, подписываться на мой канал. Ребят, мужа удалить свайли, не забудьте поставить лайк. И всем пока, ребят.